Всем привет! У нас идут активные сборы. У нас сегодня закрытие сезона. Сегодня 28 сентября. Девочки суетятся, собирают. У нас на корабле будет прямо целый там, представляете? О, вот такие блюда. Хлеб мы здесь оставляем. Так, салат убрала. Это с собой. Так, бекон, наверное, посуду взяли. В общем, Новомихайловский гуляет. Сегодня 28 сентября. Температура воздуха 32 градуса, да? Ого. Ну, это я так сказала, я тебя спрашиваю, да? Да. Очень тепло. И... А какой корабль, как называется? А как же он сказал-то? Забыла, как он сказал, ну какой-то кораблик. В общем, мы сейчас отправляемся на 2 часа в открытое море с вами. На кораблике, сами не знаем, каком. С нами. С нами, Стас, да, Дюша. Да. Стас, да. Дюша Метелкин, и я Никита. Элла, вы, может, ее помните. Они ее знают, конечно. Конечно, из Зубги, гостевой дом «Манго». Кстати, кто там что-то говорил, что бы не говорил. От сезон прошел, Элла, как? Покажи. Отлично. Отлично. Приезжайте. Все гости, какие были у Эллы, сказали, обязательно еще раз вернуться. Потому что такой хозяйки, вот такой гостевого дома. Которая наделала вот эту красоту, которую мы сейчас с собой, да, берем. Нельзя не вернуться. Так что... Приезжайте. Бронируем заранее. Места в Джубге, гостевой дом «Манго». В общем, люди где-то уже ходят в шапках, где-то до сих пор в кепках. Все-таки я одела кепку, потому как ярко светит солнце. У Лены, кстати, до сих пор еще есть отдыхающие. 163 регион, 62 регион, 53 регион. В общем, жду выхода своих красоток. Вот. Тот, кто смотрит меня, скажут, они все время бухают, отдыхают, веселятся, но это все не так. Да, Леша? Да. Мы работаем всю неделю, как, особенно сезон, как, вот я как конь, даже не как лошадь, как конь. Ну и вот когда уже конец сезона, сегодня конец сентября, конечно, хочется немножко отдохнуть, выдохнуть, тем более вот я опять отработала 5 дней. Так что вы не думайте, что я все время такая на чили, на расслабоне. Нет, это далеко не так. И пытаешься за выходные под энергией подзарядиться. И поэтому вот так. Тут тем более позвонила Элла. Давайте. Мы давно с ними как бы еще в начале сезона, кстати, у нас был уговор, что давайте, когда будет конец сезона, соберемся и немножко, ну, отдохнем. И поэтому... Сегодня мы наконец-то собрались, у них съехали, у Лены осталось немного гостей. Погода тем более позволяет, потому что со вторника обещают уже дожди. И поэтому мы решили сегодня использовать вот этот шанс от погоды, от тепла, от остатки лета и поехать. Они все красивые какие. Красивые, в таких красивых нарядах. Ты где-то вот с ним ходила. Такая суета. Все суетятся, сборы. Это все мои земляки. Мы все с Урала. Это Элла, еще раз говорю. Это ее дочь Алексей, Наташа. Это Алексей. Они все с Горнозаводска. Так что все мы с Урала. Где-то еще вон одна женщина. Где-то еще одна женщина. С Томска. Закрой. А кухню не надо закрывать? Колонку мы не берем, да? Ну все, выдвигаемся. Я думаю, будет классно. Будут красивые виды. Море, смирим температуру. Говорят, 23-24. Ну, сейчас мы все точно узнаем. Этот измерительный прибор у меня с собой. Я его как бросила тогда в аптечку. Так и дожилась уже аптечки. С собой ношу. Все, возраст дает о себе знать. Ищи. Покажи, чем мы пиво взяли.
Покажи мальчику, чем ты его взял. Мальчику. Видишь, чем ты его взял? Нет, который. А все есть. А вот эти. На дороге. Боси? Боси. Пошли. Наше время, да, мы вот район, да? Вся банда в сборе. Раз, два. Никита, я. И Дюша Метелкин. Наш любимый Вальдемар. Это мы через него договорились. А, люди-то на сапах-то плавают. По нити псухи. Во всю матушку. Красотища, ребята. Сегодня, напоминаю, 28 сентября. Осень в этом году просто жгет. Или жжет, как правильно. Погода. И море аж серебрится. Короче, я отстала от своих. Табло сняли. Вместо тысячи слов. Девчонки молодцы. Я отстала от своих. Я даже не знаю, куда они повернули. Направо или налево? А, вон, все, вижу, вижу. Вижу девушку в желтом. 7500. Так, 2500. Плюс. 1500. Мне 2500, прикинь. Кто-то мечтал, чтобы мы с тобой вместе. Да, все, Лень. Так, с меня 7500. А кто меня перевел? Я. Данил, поэтому тебя. В общем, тут идут. Бухгалтерия. Бухгалтерия полная. Раз, два, три, четыре, пять. Мы 5 и 7 500. Сейчас побежишь. В общем, мы выходим в море на Кентавре. Сейчас идем по многим любимому месту. По Торнадо. Я, конечно, в таком восхищении, что погода такая стоит шикарная. Капитан? А вот это наш капитан. Вот он, капитан Кентавра. Идет. Кентавр. Ни разу на этом не каталась в кораблике. Не знаю. Мамочки, да я справлюсь. У нас бабушка инвалид. Что, сядешь сюда? Ну что, пужеры, бокалы. Давай. Даже вам не надо. Бежанки надо. А нас спали. Наоборот, а что, бокалы есть? А так мы а. Ну что, мы отплываем. Туда, вперед. Ё-моё! Блин, а я неправильно села! Оказалось, все настроены, что мы так и пойдем. Да? Вот. Сейчас развернемся и пойдем туда. Да, вот такая у нас собралась компания. Так, понятно. Да Ташка заняла место. Потрасни, дурачёлка! Большой семей сам Белый, да черный. Да иди твоя мать. Они все черные. Черный, да. Они все черные. Ой, они не ухаживают. Ну, давай, я кольвёрочку.
Это мама Эллы. Че? Куда плывем? Лево, право. В сторону Орленка или в сторону Ольгинки? В сторону Ольгинки. А мы доплывем до этого? До Киселева не доплывем, да? У нас два часа. Чуть ты. Я знаю, два часа до Ольги. До Киселева и обратно идет, чтобы смолкать. А я за два часа могу только приблизиться километров на 8 максимум. А мы не скоростные, да? Трясти. Я как трамвай. Я все буду fall in love.
24? Да. Ты свой не взяла? Взяла. Сейчас тебе дам, померишь. А ты не поплыл? Что-то я не знаю. Жилетом. Жилетом. А ты один жилет, а ты умеешь плавать-то хоть? Ты плавать-то умеешь хоть? Катранов всех съели. Что там еще бывает? Васильевна пошла в заплыв. 27 сентября. Что, теплая? Теплая? Обалденная, вода бомба, ныряем все! Про якорь-то нормально! Элла только в жилете. Жилет, говорит, крюк, спасательный и якорь. О! Человек за бортом! Спасайте ее! Вода бомбовская! Понятно? Не верю! Не верю! Так, вы немножко плаваете? Да. Немножко. Это от слова немножко. Нет, она просто боится, но она не она мне, плавает. Я почему спрашиваю, мне нужно знать, потому что люди, которые совсем не умеют плавать. Нет, я умею. И в жилете тоже чудеса иногда вытворяют. Нет, я не пойду. Поэтому... Снимают жилеты в воде? Заплыв в открытом море. 28 сентября, закрытие сезона. Ура! Ура! Она не боится. Ой, я скажи за БТБ. За диафан. Как люди радуются закрытию сезона. Что там, где там? Наташа, сколько мне? Я занята немножко. Элла, за БТБ. Да, и прыгай с головой. Ага. Если я с жилетом, то это не означает, что я буду прыгать. Смелые девчонки. Одна из Сибири, другая с Урала. Делают заплыв. Дайте круг. Да ты в жилете плыви давай. Да он как круг. Плыви. Элла, плыви, он не потянет. Он... Ты думаешь, тебе его для тепла? Ты думаешь, тебе его для тепла одели, что ли? Все, красавица. Две уральские девки. Одна сибирская. Одна сибирская, вторая уральская. Так здорово. Наташка нырнула. Прямо с головой? Нет, да. Если что. Вас уже спасать плывут, не переживайте. Вас уже спасают.
потому что всем кто-то будет... Ой, хорошо. Ах, ты меня спасаешь, да? Море теплее, чем на берегу, кстати. Вы пописали, да, туда? Да нет. Я так и думал. А с той стороны меня попало. Ты тоже будешь нырять? Прямо-прямо русалка настоящая, не говори. На море всю жизнь. Так красиво? Да, да. Очень. На корабле ходить всю жизнь, это как? Ой, и плавать не умеешь. Лена, надо круг-то. Ты, Моля, возле моря жить и не плавать. Коля, держи меня, уносит. Коля, держи, говорит, меня уносит. У вас веревка там, не переживайте. Можете удавиться. Добрый муж Коля такой. Как классно. Чё, кто следующий? Вы чё, ребят? Да, не сошли. Чё-то мальчики у нас не отличаются это. А мы с Урала. Да к вам вообще положено. У нас плавать никто не умеет. Да вон вам жилеты оденут, чё ты? Ты правда плавать не умеешь? Да. Лёша. Нет? А ты? Я не умею плавать. Господи. С кем мы связались, девочки? Где наши вещи? Всё, уходим. Вообще-то. Ну, еще одна. Русалка. Русалок целое море. Только плавает лягушка. Какая красивая девочка. Вот ты придурок. Это или дочка капитана. О, все, мальчики все-таки тоже рискнули. Коля плавать не умеет, дай ему круг. Я не умею. Помогите, помогите! Мы находимся, сейчас я вам покажу где. Вот мы куда отплыли. Но дельфинов-то нет. Так хотелось. О, Господи, базар-вокзал. Базар-вокзал идет целый. Вообще! Ой, бомба, просто. Негде, я уже лёд перетрубила. Лена, а где дельфины обещанные? Так, дельфинчика! Дельфина, запустите хотя бы надувного! Где дельфины? Вы знаете, он лопнул. Он лопнул, говорит. Отдыхающий. Мы, говорит, поехали, нам дельфина обещали. Я говорю, что? Коля! Не было, даже надувного не было. Понятно. Коля, нет, ну, знаете, большая дельфина, это ну, настолько надо уже нагло быть. Конечно. Вот так. Давай. Ну, Ташка, могу, смотри, вот, что делает. Надо обещать. Сейчас, нет, вот я был сейчас с вами, увидел дельфина, увидел, куда он пошел. И вот мы возвращаемся. И у меня группа летом поставила без нас. Я им могу сказать, ребята, дельфин, пойдем его посмотрим. Потому что он уходит прям быстро. Тут я могу вот прогарантировать его, но выйти вот заранее, что там... А Озенька у нас за этим мысом, да? А вот смотрите, там рыба кипит. Где? А что смотрится? Значит, там... Нет, туда не можно, страшно, нет, Фина там было бы видно, там можно пробежать. Мама, акула! Черноморская! Вот он говорит, где белые пятна вот эти, там якобы рыба. Это, конечно, все равно жить на море, это даже вырываться, пусть раз в месяц, вот на такой кайф, это супер. Они вот косяк вот эти большие. Какая красота. Загоняют, а мелочок.